Добрый день, дамы и господа, вы на канале Топ Сад. Тема особые сорта томатов, оранжевый трюфель японский. Итак? Итак, это среднеспелый сорт в кисти 5-6 красивых оранжевых вот таких плодов, похожи на лампочки, видите, очень красивый, высокорослый, требуется подвязка, выращивается, мы выращивали в два стебля. Оригинальный, сладко-кислый вкус, мякоть сахаристая, мясистая, великолепный вкус. И еще очень важное качество, что эти томаты лёжские. Хорошо дозариваются, не теряют своих вкусовых качеств при хранении. В прошлом году мы эти томаты, вот некоторые снимали зеленые уже, и последние томаты съели даже в 20-х числах декабря. Итак, мы снимем сейчас вот эту красивую кисть, срезаем. Так, покажи. И вот она. Красота. Какие-то как капельки такие. Значит, до января может долежать, говоришь? Ну, лёжки, да. Но эти мы сейчас используем в заготовке, что-то съедим. Ну, это все можно съесть. Итак, приступаем к чему теперь? И приступаем к подготовке к нашим... Удачи на даче, господа! Вместе с помидорами в придачу. Подписывайтесь на канал. Топ Сад всегда рад вам, вашим комментариям, замечаниям, пожеланиям. В любом случае, будем рады встретиться с вами на наших плантациях и поделиться с вами настоящей правдой о прорывных технологиях в саду и огороде.